Друзья, всем привет! Сегодня очередная рыбалочка. Приехал на Москва-реку, в известное всем место, Курьяновский парк. Вот. Сейчас буду переодеваться, ну и потихонечку пойду. Время почти 6 часов. Есть часа до 2-2 по светлому. Буду упираться по жереху. Ну и останусь на ночного судака. Сейчас еще ребята должны попозже приехать. Ну, посмотрим, что из этого получится. Приезжали мы несколько дней назад, ловили. Ну, в принципе, и жерик был, и судак был. И надеюсь, что сегодня что-нибудь будет. И я тогда совмещу все эти рыбалки и уже тогда покажу, что получилось. Так что так. Ну что, будем переодеваться, настраиваться. Надеюсь, будет что показать. Вот и первый жерех, ребят. Вот он. Вот он, вот он. Хороший жерешок взял. Ну, не сказать, что большой. Сейчас будем его поднимать. Опачки. О, ребят. Первый жерешок. Вот такой вот красавец. О, взял на вокер. Такой небольшой. Но приятно, ребят, приятно. Сейчас будем его отпускать. Сейчас будем его отпускать. Ага. Ай, блин! На малом я себя и поймал. Так. Опачки. Так. Все. Спасибо. Спасибо, дружочек. Давай, иди. Опачки. Все, пошел. Сейчас мы видосик снимем. Ага, кто-то взял. Ну-ка, ну-ка, иди сюда, судачина. Поклевка была, да? Ну вот, видать, видишь? Я... Ай, отвалился. Ах ты. Ну, бывает, бывает. Опа, еще поклевочка. Еще поклевочка. Ну-ка, Миха. Ага. Помогай. Ой, ты мой хороший, иди сюда. О. Опа-са. Спасибо. Спасибо. Покрупнее, по-моему. Покрупнее. Ух, заглотил. Шаху, блин. Опа. Ну да, ты видишь, этот Slow First работает, да? О, ребят, второй взял. Очень-очень медленная проводка, Мишка. Очень медленная проводка. Вообще, как вот на судака, вялотекущий, даже меньше. Ну вот, ребят, такой еще вот один. Ночной жерех на бубер. Давай, дружок, спасибо тебе. Давай, приходи в себя. Давай. Давай. Что такое? Проглотить что-то не можешь.
Ну, что ты? Так, ребят, кто-то вот взял. Опа, что это такое? Жерех, что ли? Ха-ха-ха-ха, ну-ка. Давай-ка. Вот он, Мих, вот он. А, и что это такое? Да, это жерех. Да. Это жерех с таким ударом хорошим. Ну-ка, ну-ка. Ой, ты мой хороший. Он отвалился. А, он отвалился. Ну да, я его достану. Да, я его достану, как раз и видно. Подожди, не опускай, не опускай. Опачка, ай, блин. Сейчас, Мих, я потом отцеплю. Ага. О, ребят, какой же решок взял. Уже почти стемнело. А? Ну все, будем отпускать. Будем отпускать. Да, взял, кстати, на понтоновский, Мих, на слово. Опачка. Спасибо, дружок. Давай, иди гулять. Пошел. Пошел. Ну вот, как всегда, сработал воблер. Что зимой он у меня работал по судаку. Что сейчас вот почти стемнело. Взял жерешочек, да, хоть небольшой. Вот он, ребят. Это все понтоновский. Все рыбалки он мне делает. Вот так вот. Ладно, продолжаем. Да, снимем. Вот, ребят, кто-то взял. Кто-то взял. Ну да, кто-то. Сейчас посмотрим. Ага. Ага, сюда, чувак. Так, куда его вывести? Сюда, что ли? Ага. Взял судачок, ребят. Так, иди сюда. Опа. Опа. Ну, давай, иди сюда. Опа. Брать здесь рыбу очень неудобно. Опа! Вот он, ребят. Маленький. Аккуратно, Димон, я сзади. Опа. Ну, вот, ребят, такой, наверное. Под килошку судачок. Ну, килограмм, наверное, будет в нем. Вот. Взял на понтоновский, градигат. Вот такой вот, под натуралочку. И все. Опускаем. Опа. Забросил? Ну давай, дай-ка я тоже палочку возьму. Так, давай, мне нужно встать. Не, ну давай, я и здесь могу встать. Мне под эту руку нормально. Я вон. Идет. Вон он, блин. Вот, ребят, попали на жереха. Одного я уже взял на двушку. Камеру не успел поставить. Сейчас попробуем ускориться. Ловим на поппер. Вокеры. Так, надо помедленнее. Попробуем. У Мишки тоже уже был выход. Но пока. Пока удалось взять только одного. Угу. Жерех есть. Давай, кидай. Угу.
как лететь. Сейчас попробую вообще на медленный ход. Чайка, да. Оп, выход был. Промазал. Даже не то, что выход, он как бы подходит, смотрит. Что-то поцепился у себя, смотри. А у меня тоже, думаю, что-то играет. Как-то играет. Странно. Игра развивается, да. Надо еще вон, можно левее попробовать бросить. Ох, ты прям на дерево. Давай, тяни. Опа! Есть! О, Мишки взял. Небольшой. Ну, давай, Мишенька, давай. Не, ну небольшой, но все равно приятно. А? Ой, ты хорош. Ну такой грамм 600-700, да? Аккуратнее. О, вот он где гоняет. Ну там нормально, конечно. Ну жадно взял, да? Ай. Не получился бросок. Извиняюсь. А? Опа! Промахнулся. Ага, ага, идет. Попробуйте ускориться. Нет. Да, был бы все-таки поменьше чуть-чуть. Ну, у меня есть поменьше. Есть поменьше, да? О! Ах! Ах! У тебя там тоже берет, да? Он как-то вот... Он бывает вот прям сразу бьет, а бывает он просто так сопровождает его и это... Щупает. Вот это, считай, ну, в принципе, снизу, да. Рыбки я поставлю просто сразу пробую. Поменьше? Да. Ой. Ага, давай, Миша, не торопись, пусть. Хороший. Таким хлопком, да? О, с ударом. О, куда пошел? Куда-то пошел. Сейчас. Опа, давай так. Опачки. Да что ты, ё-моё, блин, здесь? Берег какой. Опачки. Есть контакт. Опа. Есть контакт. Чуть-чуть. Ну да, ему надо это самое, чтобы он это. Да. Да. Мы напугали его. Подожди, сейчас я его пошел. Ну что такое, килошник, наверное, да? Хорош, не, все равно хорош. Хорош. Так. Сейчас мы.
и тем это. Вот это вот, видишь? Не-не-не, руками не лезь. Щипцы давай. Их. Что думаешь? Да я тягучий, трепыхнется и... Да, у меня так... Кто-то меня так трепыхнул. Ну, я тебе говорю, можно это... У меня. Да. Ну, на, выпускай. Опа. Ай! 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 Скочил.